В этом видео я попробую пройти FNAF с помощью автокликера. Скажу вам по секрету, первую ночь мне удалось пройти, но меня никто не нападал. Это же первая ночь, только не вторая. И давайте посмотрим, какими способами я смог пройти первую ночь. Какие способы я придумал, чтобы автокликер работал. Скажу так, что не до конца он работал, но может сниму вторую часть когда-нибудь. Поехали. Итак, ну что ж, всем привет, с вами Шелтер, давно не виделись, сколько, 4 дня? Примерно. Что ж, вы по названию виделись. Да, видели. Вы по названию видели уже... Да какого видели? Что вы там видели такое? По названию видео? Названию видео? По названию этого видео вы уже все поняли. Так... Пробую расставлять эти штуки. Типа, один это закрыть одну дверь. Вторую это правую дверь закрыть. Третий я поставлю на... Это... На кнопку планшета. И четвертый тоже на кнопку планшета, чтобы типа открывать и закрывать. И по сути оно должно работать так, что типа... Закрывается дверь... Закрывается вторая дверь, поднимается, опускается планшет, открывается, открывается, поднимается, опускается. Оно должно работать так, надеюсь. Надеюсь, мой план сработает. Блин, зачем я убрал их? Так, сюда. Потом вторую. Сюда. Да, все. Это работает. И все. Это все, что работает, да, я так понимаю. Пожалуйста, хоть бы сработало. Так, переставлю эту штуку сюда. Сюда. О, идеально. Сюда поставлю это. И нужно еще четвертую. Она что, одновременно закрывается? Охренеть. Супер. Не, все, я понял, что ничего работать не будет. И этого достаточно. Блин. Капец. Ничего не работает. Без паники попробуем второй способ. Вот этими вот штуками. Ставим сюда, и оно должно свайпаться вправо от лево. Ух, и наоборот получается. Проверка. Оно и закрыл. Оно снова не работает. Ладно, ничего, сейчас что-то еще попробуем, может получится. Надеюсь. Хотя надеяться мне уже... Смысла нет надеяться мне. Да. Вообще, блин. Конечно, идею я тупую придумал с этим кликером. Ну, хоть что-то работает. Неполноценно, конечно. Да как и в принципе... Все в этом мире неполноценно. Но хоть как-то оно... Хоть как-то оно не работает. То есть оно... Оно должно идти плавно и... Стоп. А может, да, может так сработает. Так. Мне лучше переделать все. Так, ставим сюда. Оно будет нажимать на кнопку. После того, как нажмется кнопка, свайпается вправо. Третье. Нажимается на кнопку правой двери. Четвертое. Свайпается планшету. Пятое.
Упускаем планшет. Все равно не так работает. Оно работает, но частично. То есть тут есть все-таки проблемы. Я не знаю, как их решить. Вот что мне теперь делать? И ну реально, как вот, как с этим бороться? Надо что-то сделать, получается. Ну, вот как это исправить? Вот как это исправить? Я не знаю. Ну вот, что нужно применить, чтобы исправить вот это вот... Не знаю, чего. То есть, вы видите, оно работает с отрывками. Я не знаю, что делать, боже. Итак, что я могу сказать? Эта дичь не работает. Но если даже и работает, то некачественно. И что мне делать? Как вот? То есть я кнопки уже и туда поставил, и туда поставил. Что мне делать? Объясните, а? Чё мне делать? Вот что мне делать? Кто мне скажет, что мне делать? А? Объясните, пожалуйста. Что мне делать? То есть, как мне поставить так, чтобы все сработало? Понятное дело, что это первая ночь, и я смогу ее пройти с легкостью, но... Что-то мне слабо верится, что что-то может измениться. А конкретнее ничего. Ничего не изменится. Просто вот, я не знаю, ну просто вот... Ничего просто не изменится. Так что... Я могу сказать так. Я хоть игру и прошел... Но лишь потому, что это первая ночь, кликер не работал. Всем удачи, всем пока, с вами был Шелтер. Да. Майнкрафт, но я не могу использовать букву Т. Итак, деревня. Сходим сперва в деревню. Отвали! Эх, деревня! Кактус! Ладно, у нас еще вот.